Сегодняшняя тема. 1 и 2 января все семьи стран СНГ доедают праздничные салаты, эту традицию ничем не заменить, казалось бы. Но когда вы отмечаете Новый год большой компании, вместо таза оливье разумнее было бы сделать несколько тарелок с нарезками, такие закуски на брускеттах уйдут в лед, сэкономив место в холодильнике. Уаманхит нашел несколько интересных идей в сети, которыми готов с вами поделиться: французская нарезка, несколько видов колбас, сыры, чашки с моцареллой и помидорами черри, маслинами, крекеры, багет, здесь куча всего. Основная фишка в оформлении блюда, попробуйте повторить также. В чем секрет оформления? Нарезайте сыр и колбасы как можно тоньше. Для этого хорошо наточите нож и смачивайте его в подсолнечном масле или воде как можно чаще, так он будет хорошо скользить по поверхности и позволит вам сделать тонкие слайсы. Добавьте к нарезке багеты несколько намазок, гости смогут сами себе собрать бутерброды и насытиться перед основным блюдом или между тостами перекусить чем-то питательным. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.